Октолайнер — это сборка из 8 датчиков линий и контроллера для работы с ними. Глаза модуля — 8 аналоговых сенсоров. Каждый сенсор состоит из пары элементов — инфракрасного светодиода и фототранзистора. Свет диода отражается от поверхности и падает на фототранзистор. Темный цвет отражает меньше света, светлый — больше. Кроме черного и белого, сенсоры различают более 4000 оттенков серого. Благодаря такой чувствительности модуль лучше определяет границу перехода от линии к фону. Показания сенсоров обрабатываются контроллером STM32 с ядром ARM Cortex-M0. Контроллер считывает данные со всех датчиков и передает на управляющую плату по интерфейсу I2C в аналоговом или цифровом формате. Он же отвечает за программную настройку яркости светодиодов. Это пригодится для тонкой настройки модуля под конкретную освещенность трассы. Обычно в соревнованиях используют пары отдельных датчиков по разные стороны линии. Робот сравнивает их показания и поворачивает так, чтобы линия всегда оставалась между датчиками. Октолайнер видит линию всегда. Задача робота сводится к удержанию линии под средними парами сенсоров. Это дает возможность реализовать сложные алгоритмы обработки сигнала, например, пидрегулятор. Робот пройдет трассу намного быстрее и увереннее своих конкурентов. На показания датчика влияет расстояние от сенсора до поверхности. Модуль должен располагаться не менее чем в 3 мм от трассы, чтобы перегородка между излучателем и приемником не мешала принимать отраженный свет. На расстоянии больше 15 мм свет рассеется и не дойдет до приемника. Датчик линии совместим с популярными DIY-контроллерами. Для быстрого старта мы выложили готовые библиотеки и примеры кода. Соберите чемпиона в гонках по линии. Установите 8-канальный модуль, он поможет боту первым прийти к финишу и не сбиться с пути.